За игральным столом четверо. Их плохо выраженные человеческие черты вытравлены усталостью. По всему видно, игра затянулась и наверняка длится уже не один час, а возможно и день. Только безумец решил бы присоединиться к этой чудовищной игре. Но Леонид, догадываясь, что стоит на кону, медленно, но решительно направляется к столу. И непонятная игра благосклонно вбирает в себя нового участника. Ooh!